Очень долгая смена Салавата Юлаева в зоне атаки. Кугрышев. У него силы уже на исходе, но он может доехать до скамейки и поменяться. Передача отличная под бросок, и это гол! 2-1 Уфа! Хозяева площадки вновь выходят вперед. Очень долго возили соперника по зоне и в итоге конвертировали это преимущество в заброшенную шайбу. Кадейкин и Кугрышев выигрывают борьбу за воротами. Кугрышев прочерчивает передачу на защитника. И это, насколько я понимаю, прямое попадание. Жарков сразу кинулся обнимать Лисовца. От души приложился по этой шайбе Лисовец.